Научно-технический прогресс в реальности. Искусство может показать запах. Работа, наделенная качествами живых существ, механизма и чувства в одном флаконе. Он нюхает посетителей, нюхает воздух вокруг через специальные нюхальцы такие и выдает фоторобот запаха. То есть это попытка, такая первая попытка в современном искусстве, вообще в изобразительном искусстве, передать запах через изобразительные какие-то средства. Друзья, ну вот сенсор запаха решил, что я пахну именно таким изображением, как бы не бредово это звучало, но думаю, что нужно сфотографировать сейчас это изображение и показать как минимум коллегам на телеканале «Самара ГИС». Арт-группа художников из Екатеринбурга «Куда бегут собаки» в своем искусстве всегда используют технические новинки. На этот раз добрались даже до магнитной жидкости и научили ее откликаться на присутствие человека. Этот глаз ничего не видит, но он следит за тобой. Он будет поворачиваться за человеком. Он будет, если человек остановится, он будет моргать, ожидать его дальнейших действий. Необычная выставка «Под присмотром» в галерее «Виктория» ждет зрителей со вторника по воскресенье. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.